Возраст не помеха. В столице прошел конкурс «Леди Москва-2018». В нем участвовали 40 представительниц старшего поколения. Все это часть проекта «Московское долголетие». За звание «Самая красивая», «Элегантная» и «Стильная» боролись дамы старше 55 лет. Они показывали свои творческие способности и смело дефилировали по подиуму, демонстрируя коллекции одежды от ведущих московских модельеров. В финальном этапе на сцене остались 8 конкурсанток, и лишь одной из них достался титул «Леди Москва». Было очень радостно получить этот приз. Мы к этому долго готовились, 2 дня. Ради этих эмоций просто стоит жить. Ну а остальные финалистки конкурса «Леди Москва» получили почетные титулы за улыбку, женственность, очарование, грацию, вдохновение. Были также звания «Леди Любовь» и «Леди Уверенность».